Сургутский район масштабно отметил профессиональный праздник работников сферы культуры. Таких здесь более 700 человек. Их заслуги исчисляются достижениями музейных работников, библиотекарей, педагогов, тысячами побед на российских международных конкурсах творческой молодежи. А тех, кто несет культуру в массы, смотрите в сюжете моих коллег. 79 наград, один заслуженный работник культуры и тысячи выигранных конкурсов. В Барсово приехала культурная элита со всех поселений Сургутского района. Перед торжественным мероприятием обсудили результаты и наметили планы развития отрасли. Особое внимание отдаленным территориям. Вот, например, возьмем Угут. В прошлом году в Угуте отремонтировали здание бывшего детского сада. Там разместили на новых площадях библиотеку. Площади библиотеки увеличились в 2 раза. Сургутский район активно строит и реконструирует объекты культуры. Совсем скоро откроют новый КДЦ в Белом Яре, продолжают работать над крупным туристическим проектом – экотропой «Человечность». В Солнечном планируют строить культурно-досуговый центр. Изменения, конечно же, видны. В первую очередь, это то, что учреждения культуры укрупнились. Но это правильно и не вызывает никаких сомнений. Во-вторых, я бы сказала, что омолодился кадровый состав работников культуры. Вот сегодня на торжественном мероприятии я увидела много-много ослепительных молодых лиц и молодых глаз. И это очень радует. Сложно описать словами, да, и правильные эпитеты придумать степени важности, нужности культуры для человека, для людей. Я искренне считаю, что культура, внутренняя культура, это то, что отличает человека от зверя, от животного. Поэтому спасибо большое, что делаете из нас людей. В этот день работники культуры, привыкшие дарить позитивные эмоции другим, оказались в непривычной роли. Не на сцене, а в зрительном зале. Особый подарок для них – выступление коллектива из столицы Югры.